Добрый день, друзья! Меня зовут Андрей Лобов, я из компании Steen. Сегодня я хочу познакомить вас с комплектом, который мы приготовили для отправки в Индию. Это комплект изготовлен для самого популярного в Индии тук-тука Bajaj Maxima. Что интересного? Самое интересное, что в этом комплекте для тук-тука Bajaj Maxima используется двигатель, вот такой вот маленький двигатель DA90S. Почему я за него не боюсь? Ну, потому что здесь славянка, очень экономичная, очень надежная. И даже такой маленький мотор спокойно справляется с тяжелым тук-туком за счет того, что мы оставили на нем коробку передач. И эта коробка передач очень надежная, так как она была изготовлена для дизельной версии, 9-сильной дизельной версии с мотором Kubota. Ну так вот, мотор Kubota мы сняли, чтобы установить на коробку вот такой вот мотор. Мы использовали кронштейн, то есть вот сюда вот устанавливается электрический мотор, вот на эти 4 болта крепится, и с помощью переходной муфты крепится к коробке передач. Была изготовлена вот такая вот коробка, чтобы нигде ничего не пилить, ничего не варить. Трубе, которая проходит к раме, вот на эти вот крепления прикручивается вот эта вот коробка, она очень надежно там держится. Что в ней установлено? В ней стоит мощный DC-DC преобразователь, на который преобразует 60 вольт в 72 и позволяет питать электричеством, ну то есть 12 вольтами, позволяет питать всю бортовую систему. Это свет, это поворотники, это тормозные лампочки, это аварийка, то есть все электричество, сигнал питает вот этот вот DC-DC преобразователь, очень надежный. Здесь же установлены всевозможные реле, которые позволяют бортовой системе работать очень качественно. Ну и, конечно, контроллер, который управляет и двигателем, и батареей. То есть все, что необходимо, этот контроллер делает. Теперь вот такой вот разъем. Вот этот вот разъем подсоединяется там же под кузовом к аккумулятору. Аккумулятор можно использовать любой. Можно ставить свинцовый аккумулятор, вместится легко, 32 ампер-часа. Мы ставим литий-железофосфатный аккумулятор на 50 ампер-часов. Что еще интересного здесь? Значит, вот такое вот зарядное устройство мы ставим под сиденье трицикла, и оно крепится вот на такой вот кронштейн. Зарядное устройство позволяет заряжать трицикл, ну, аккумулятор за 2 часа. Вот с помощью вот такого вот шлейфа от электрической коробки под кузовом протягивается в салон два вот таких вот переключателя. То есть вот этот переключатель позволяет включать режим вперед и назад, а вот этот переключатель позволяет включать и выключать контроллер, двигатель, батарею. Ну, ручка газа очень стандартная, ставится на штатное место, и очень удобно, можно с помощью этой ручки управлять двигателем. Так, что еще?
наружу, на улицу, под кузовом, в очень таком доступном месте, там, где рядом с баком, выводится вот такая вот розетка. Эта розетка также крепится в штатные места с помощью вот этих двух болтов и позволяет вставлять вилку 220 вольт. То есть она очень легко сюда вставляется. Ну и таким вот способом. Ну, а это в розетку 220 вольт. Все. В течение 2 часов аккумулятор будет заряжен. И с помощью, ну, в связи с тем, что мотор очень экономичный, на аккумуляторе всего 50 ампер-часов можно проехать 50 километров. А если мы устанавливаем к этому киту разработан еще установка 2 контроллеров и 2 солнечных панелей, и в случае, если заказчик устанавливает эти панели, то, в принципе, зарядное устройство, ну, только как страховочное, а так оно не нужно. Солнечные панели постоянно подзаряжают батарею и увеличивают пробег дневной еще на 25 километров. То есть я 3 дня испытывал его на подмосковном солнышке, а это постоянные тучи. И вот я проезжал 25 километров до работы в течение дня. Трицикл заряжался с помощью солнечных панелей. Вечером я в течение дня мог проехать еще 25 километров, и потом 25 километров я доезжал до дома. То есть 75 километров на нашем подмосковном солнце за день точно можно было проехать, что меня очень радовало. Ну что еще по этому комплекту? Ну, в общем-то, мы его уже подготовили, изготовили для него очень надежные коробки. Вот, в одной коробке у нас батарея, во второй коробке у нас мотор и вся электрика с кронштейнами. Все мы это упаковываем и готовим кит для отправки в Индию. В ближайшее время он туда поедет. И я думаю, партнеры, которые там его с нетерпением ждут, будут очень рады и довольны. Спасибо, было приятно рассказать вам о нашем новом достижении.